me up on a silver wave. Всех приветствую, друзья. Мы продолжаем проходить медаль за отвагу. Мы схватили Божича. А, это наши заложники. Надо нам завязывать так встречаться. Вот, помните, в той серии он... Вот про что нам сейчас рассказывает. Девочка, так что не получилось. Ну, значит, Майкл будет следующим, чтобы когда... Изабелла. Да, да. Когда Изабелла заведет подружек, Майклу будет из кого выбирать. Милый. Что? Мы же так с тобой познакомились. Спасибо, Боже, за старшую сестру. Минутку. Да? Ну ладно, я, пожалуй, ненадолго отлучусь. Сколько? Я подумала, что уже и не помню, когда в последний раз мы вчетвером... Я замужем за ним 22 года. Помните, в той серии он позвонил и сказал наверняка, что он погиб. А он сейчас находится в плену. Может быть, он уже заранее знает, что он погибнет. ثانية. ما بتوقف. У тебя очень упорные друзья. Не расскажешь мне? Кто они такие? Семья? Друзья? ЦРУ? Ма бихки? وما راح يحكي إذا لم يتكلم لن يعيش кто там на том конце провода твоя мать انتبه من هؤلاء الأمريكان شو بدك تسوي بالسجين الثاني؟ أجد ما يعرف ما راح يحكي لن يرى ضوء النهار إذن Вот сволочи. Да, действительно смотрится как фильм. Видимо, мы уже, наверное, где-то в финале с вами, мне кажется. Действительно смотрятся эти все ролики как офигенный фильм. Нам доложили о важной цели на борту. Убрать любого противника, захватить судно, взять живым стадо льдина. Буду, это судно дрейфует. Точно его сносит. Вперед, вперед!
Защелкивай! Так. Пошли. На палубе враги! Бегун! Так. Отдача минимальная, уже классная пушка. А, пистолет пулемет. Со второй рукоятки это отдача 0. Говно, на в ухо. Так, иду наверх, прикрываем. Есть. Сзади. Оп. Зарядка. Иду вверх. Труп. Есть. Есть. Два удачных выстрела. Соберитесь, парни. По столу. Я прикрою сзади. Давай, давай, давай. Двери. Взломаем. Вперед. Ложись, ложись. Какого хрена? Что ты здесь делаешь? Кто это? Причард час назад. Оба, и мы им играем, смотрите, у нас оружие, блин, вот это вот жесть. Офигеть. Тихо, тихо, тихо. Надо выбираться. На, сука. Талиб галимый. Идем дальше. Еще один. На каком-то самолете, по-моему. Так, отлично, спасти ублюдок. Идем дальше. Тихо, там кто-то есть. Двое. Так, а пушку с него я его взять не могу. Отлично. Так, у меня есть пистолет. Мы их не автомат не могу взять. Еще и с глушителем вообще шикарно. Ну хоть что-то. И самое главное, что патроны бесконечные. Так. Тут надо уже осторожно, мы одни. Без прикрытия, без подсказок. Что-то там дымится. Так. Красава. Так, могу подбирать. Дробаш, да? Четыре патрона, да? Пойду пока с пистолетом. Нам нужно, я думаю, идти тихо и не привлекать, мать твою, внимание. Где мой дробовик? Я уже дробовик хочу. Твою мать, перезаряжай. Твою ж ты мать. Твою мать. Да и патрон. Почему их оружие не могу подбирать? Что дробовик как-то взялось, а это не... Блин. Наверное, так задумано? Это, конечно, уже нелегко. Так, кто-то там шевелился, по-моему. Ну да. Пошел нахер. Тихо, 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 смотрим в оба. Твою мать, как же они тут... Так, тут стреляет. Есть. Есть. Хорош, никого вроде.
так, вот эти узкие пространства. Ах ты, собака! Тихо, тихо, тихо. На тебе, вам ублюдки сожрали. Дай патрон. Во, АК могу взять. Отлично, такая, это уже круто. Так, идем дальше. Какая-то уже вещь. Воу. Дробаш? На. Ага. 27 патрон. Не так это и круто. Давай-ка я возьму твою пушку. Бежали вперед. Где он был? Где он был? Где ты, говно? На! АК твой возьму. Так, это где-то издалека, да, был выстрел в меня? Последние 30 патрон, да, 28. Давай, высуни голову, ублюдок, а знаешь, что там. Чего у тебя за пушка, полагай? Смотрим. Почему не могу? За некоторых могу, на некоторых не могу. Блин, надо вообще просто патроны. Так. Вы. Вижу, вижу. Где он? Он там, за тачкой. Блин, там слева тоже кто-то есть. И он туда уже ушел. Все хорошо, все хорошо. Так, я предлагаю. Сюда. Сюда идем, да? В окнах вроде никого нет. Вот это эпически. Оу! Еще и второй был. Так, дай твою АК посмотрим, что у тебя за АК такой. Окей, никого. Хорошо, инженерная. Двигательный отсек. Инженерный. Снял. Тихо, тихо. Ты где? Ты только покажись мне. Ты только покажи. А ты говно где ты? Я что-то не понял, где я. А, вон, ёп. Хорош. Добегался. Что бежит? Что бежит? Что бежит? Хорош. Твою мать, его же не гранат есть. Или это корабль, это уже не самолет, это корабль. Это, видимо, тот корабль, на котором мы приземлились всем отрядом. Хорош. Хорош. Что там? Давай, перезаряжай эту чертову пушку. На, нахер. Еще вот там, я знаю, где ты. Еще наверху, по-моему, один был. Что-то человек надо дернуть. Подойти поверху. За звук гребаный. Зайду вон там. Бля, я что, забылся, что ли? Что за херня?
получил. А, видимо, дрейфующий. Помните, он сказал дрейфующий. Значит, мы сейчас остановимся. Это же инженерный отсек. Двигатель отключился. Сразу понабежал, ёп. Так, патронов еще более-менее. А, еще кого-то взял, да? С каждого с ихнего я поднимаю патроны. Ну что, тесака. На нахер! Тихо. Перезаряжусь на всякий случай. Целая армия на этом корабле. Горит уже. Нихера себе вылетел тут такой. Труба горит. Узкие пространства. Так, что у нас тут? Оп. Блин, куда он так резко-то? Так, все отсвечивает, это вот свет вот, лунного вот этого всего света вообще. Нужно туда идти. Темно еще и как бы, либо темно, либо очень много света. Сосредоточиться мешает, очень мешает. Труп далеко не возьму. Хотел бы пушку взять его. Давай, бери быстрей. А, блин, обычная как. С патронами. Сложновато, я скажу вам. Нелегко одному. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, иди мать. Так, у нас что-то загорелось. Гранат нету. Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Наверху. Пошел наверх. Это не наверх. Ох ты, ё! Ой, мать! Отдача. Где ты, где ты? Лучше возьму АК-74, что-то там было. Вот это хоть с прицелом. О! Нате вам, талиби сраный. А! Ты чё, э? Держись, мужик, держись. Лет.
Хорош. Ну, мать твою, беги! Ух, под катом уехал. Нет, нет, нет! Я первый перезаряжусь. Сука, у меня тоже перезарядка. Ох ты, ё, как же твою мать сложно. Так, тихо, сосредоточились, все. Фу, вот так, да, выдохнули. Пулеметы набрали. Так. Слышу вертолеты. Это, видимо, мы летим, когда мы. Или нет. Или не мы. А вот он этот. Саддам Хусейн. На, на. Твою мать. Па! Где ты там, говно? Ох ты, ё! Труп. Тихо. Чёрт. Ах ты, говно. На. Есть кто дома? Так. Эти узкие пространства такие, как идет вообще. Смотри, чуть не убил меня говно. Я чуть не заметил сразу. На, на. Возьму-ка я вот это вот. Вот не стану. Норм. Дойти-то сюда, наверное. Перезарядимся. На палубе враги! Вертолет. Стой, сука. А, помните, неизвестная цель была. Вот это мы бежали. Вот это круто придумано, очень офигенно. Тихо, вот он. Чё, говнюк? Попался. На нах, на нах. Другу своему ты так не поможешь. Давай к двери. Давай. Вперед. Ложись, ложись. Какого хрена? Что ты здесь делаешь? Этот мудак Садаль-ад-Дин убил Маза. Казнил его Вуду. Лифт 1-6, лифт 1-6, это Мака-1. Внимание, судно захвачено. Один из группы «Браво» погиб. Нужна эвакуация. Мы тебя отсюда вытащим. Подними этого ублюдка. Mm.
Недавний инцидент еще более обострил и без того непрочные отношения между Вашингтоном и Исламабадом. Пакистанское военное командование заявляет, цитирую, «Американские шпионы, действуя без санкций и беспричинно, захватили торговое судно, следующее в порт Карачи». Пакистан уже перекрыл линии снабжения НАТО в Афганистане и вновь потребовал прекратить полеты беспилотных аппаратов США. Американские дипломаты отказались прийти к нам на программу и заявили, что им ничего не известно об этом происшествии. Но посольство США в Исламабаде уже рекомендовало всем несвязанным необходимостью американцам покинуть страну. Мако.